Дорожно-патрульная служба ГИБДД провела в городском округе Люберцы акцию «Равноправие». Она приурочена к Международному дню инвалида, который отмечают 3 декабря. Один из этапов акции прошел возле торгового дома «Томилина». Там водителям раздали листовки и провели с ними профилактические беседы, посвященные вопросам правильной парковки и системе штрафов за стоянку автомобиля в неположенном месте. В преддверии Международного дня инвалидов сотрудники Люберецкого ГИБДД провели на территории округа акцию «Равноправен», тем самым напомнив общественности о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья. 6-м батальоном совместно с 14-м батальоном ДПС «Южный» проводится профилактическая акция, направленная на то, чтобы водители транспортных средств парковались согласно действующим правилам дорожного движения. Стражи дорожного порядка провели профилактические беседы с водителями о недопустимости нарушений правил парковки автомобилей на местах, предназначенных для инвалидов, а также напомнили об основных правилах остановки и стоянки транспортных средств. Здравствуйте. 6-й батальон, старший лейтенант полиции Костюков. У нас проводится профилактическая акция на территории обслуживания, да, 6-го и 14-го батальона, направлена на то, чтобы водитель транспортных средств, а вы являетесь водителем, вот, парковали свои транспортные средства так, как положено. А где положено? Вот, ну, естественно, не под запрещающими знаками, здесь все, как полагается. Все, слава Богу. И не парковали свои автомобили на будущее, да, под знаками для инвалидов. Сотрудники ДПС также предупредили о санкциях. Автовладельцам, которые оставили свои машины в неположенных местах, придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Любовь Горчакова, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.